Уважаемую Казакевич Бернадю Валерьяновну, с юбилеем поздравляет семья Юльчук. Сегодня вам мы лет считать не будем, ведь жизнь не только в прожитых годах, она и в доброте душевной к людям, в поступках ваших, мыслях и делах, и в том, что вы, усталости не зная, работе отдаетесь до конца, как трудности порой не замечая, живете не для красного словца. Грустить не надо о годах, в любых годах и вкус, и сладость пусть будут рядом навсегда, семья, друзья, здоровье, радость. Чем только удивить, все у тебя по жизни есть. Любимая семья и верные друзья все собрались сегодня здесь. А может, время первый тост поднять и в этот вечер пожелать, чтобы все было и ничего за это не было, чтобы фартило всегда на грани не были. Только не торопи мгновения, и долгим будет век. Прими мои поздравления, хороший человек. Что еще сказать, слова откуда взять, чтоб за минуту обо всем. Терпение, чемодан, здоровье, океан, все остальное наживем. А может, время то второй поднять и в этот вечер пожелать, чтобы все было и ничего за это не было, чтобы фартило всегда на грани не были. Только не торопи мгновения, и долгим будет век. Прими мои поздравления, хороший человек. Чтоб в доме мир и лад, улыбок во сто крат, а грусти меньше хоть на треть. Своди мечтам мосты, с ветрами будь на ты, и за любовь спеши гореть. А может, время третий тост поднять и в этот вечер пожелать, все было и ничего за это не было, чтобы фартило всегда на грани не были. Только не торопи мгновения, и долгим будет век. Прими мои поздравления, хороший человек. Чтобы все было и ничего за это не было, чтобы фартило.